Есть, конечно, у меня один вариант, кем можно бахнуть. Попробовать. Это будет необычно, как минимум. Но попробовать можно. Так, ну чё, поехали? Чё там у него будет? Лол, Энигма. Интересный выбор. Угу. Очень вкусно. Очень вкусно. Левел-то я все равно тут получу каким-то образом. Шестой. Denied. Нет, все-таки или не взять. Ладно, начну с Бенда. А там дальше как пойдет. Взял стики все-таки. Ну ничего, я подожду я. Пока харасить его не обязательно. Вот эдиков можно подхорошить. Таким образом, уже с Блуром 2. Сучара. Бля, какой же блядский герой. Это что-то невероятное. Ну, поехали в рулетку играть. Повезет, не повезет. Сейчас ему будет не так сладко на этой линии, как поначалу. В этом-то я уверен. Оу. Ничего себе. Хоть один крит выйдет? Можно, пожалуйста, хоть один крит? Габен. Нельзя, походу, да? Тут доебались. Пидовки. Баклер. Он как придумал. Опа. Вот это, наверное, не очень хорошо вышло. Блять, это 1-0, походу. Точнее, 0-1. ГГ. Блять, у меня один крит вылетел за все ножики, если чё. За все ножики вылетел один ёбаный крит. Так, ну ладно. Сейчас будем на следующей каткой думать. Да, Энигму, конечно, я вообще не ожидал. Я думал, там будет кое-что другое. Короче, у него может быть опять Энигма. Может быть Визаж. Разор Вайпер. Угу. Гоу. Есть один вариант попробовать можно. Блин, в миде это, конечно, не очень такой хороший герой. Но пытаться можно, я думаю. Поехали трейд. Бэйн. Ну вообще, если я типа не буду сильно выебываться, то можно пойти леса еще повыкачивать. На Батрудинве. Интересно, со стиками сходу придет? Да, сразу со стиками. Не денайбл. Отлично, линия тогда на меня подпушится сейчас.
Вот пропущенная на меня линия, это очень хорошо. Главное не въебать момент, когда он шестой получит. Там будет не очень хорошо. Вообще можно немного выебнуться, так сказать. Совсем чуть-чуть. Ну вот, пошел отсюда. Так, ну что, будем трейдить? Доебаться. Не, походу не будем. Блин, стаки надо было вкачать. Зря, наверное. Зря, наверное, огонь взял. Опа. Так, тут надо брусок брать. Орех один. Не долетел. Ребят, транквилы. Лучшее, что со мной случалось в этой жизни. Ты докопался. Еще по-хорошему нужен. Вот такой вот прикол мне. Чтобы видеть, когда он хочет до меня доебаться. А мне похуй. У меня транквилы. Лол? Ну ладно, я вроде должен жить. Да, я живу. Ебать, это было внезапно. Из смока. Лол. Каким хуем он меня там видел? Блин, вообще по-хорошему надо тайминги записывать ульты. Тайминги ульты — это топыч. Поехали. Кстати, всякую хуйню собирает. Да каким... Хуем он меня там видел. Бацилла, короче, нужно. Ты что, ебанулся? Первый есть, нахуй. Домой, нахуй. Давить или нет? Лол, выжил. Вот сука. Не пошло немного. Блядь, с него стаки, что ли, спали под конец? Так, у него ульта дольше будет откатывать. Он ведь ультовал сейчас, да? Ну, иди, иди, иди. Я тут просто линию толкаю. Сука. Докрутился таки. Ну ладно. Не получилось. Не пошло. Будут еще попытки. Ладно. Крипы-то горят. Вообще у меня есть один охуительный вариант. Мне пока с даггером я подожду.
Так, повозка. Повозку сейчас пускать вообще нельзя. Но это совсем лютый вариант. Там охуеть можно, насколько он лютый. Меня не убьет. Некратом. Игорь, блядь, еби ты его уже. Хватит сацкаться. Так, блядь, тяжело убить Бэйна ебаного. Некров кидает. От некров, кстати, еще просесть могу. Блять. Он ведь доебется сейчас. Конкретно доебется. Прикулей этот хули. А сам пиздец Слипи Бэйн — это то, что ты ни хрена не видишь. Все черное вокруг тебя, и ты тупо сидишь и ждешь, что произойдет. Опа, здорово. Лол, у него ульта откатила. Это пиздец, по-моему, конечная. Это, по-моему, конечная. Да. Лол, он спину все-таки обошел. Получается, Картман всех наебошил? Сетки лузеров. Внезапно. Грац, ребята, у нас есть победитель. Игорян, а вот момент был на миде, когда ты умер первый раз. Ты думал, что баночка собьет ульт, правильно? Да, Да. Ей ТП-шку, она ничего не сбивает. А она не сбила, потому что патч 17 октября вышел. Блин, я думал, она хотя бы анимацию ему собьет, а он типа как начал руки поднимать, так и продолжил. На такой писечке выжил. Я не думал то, что я собью ему ульту, я думал то, что я просто анимацию ему собью. Дашь ему развернуться или... Ну, нет, чтобы... но он начал типа замахиваться руками, ты кидаешь баночку, он перестает и заново должен начинать замахиваться. А он просто один раз как замахивался, так и продолжил. Ну, Картман, ребята, забрал у меня все бабки, я сегодня весь день ставил против него, он просто показал, что он может, блядь, всех нахуй послать, забрать все бабки, убить всех, кто, блядь, его вывел из группы, нахуй, вообще, все забрал, блядь, просто, сука, ну, блядь, ну, цыган одним словом, блядь. А что там по ставкам вообще было в последней катке? Там по ставкам осталось... 100 на 50. У меня сегодня было 4000 рублей. 4, сейчас 65 копеек. Все. Ну ничего вот не осталось. У меня тоже 53. Я могу так сказать. Сегодня на Картмане люди проебали косарей 300. Есть такие, кто поднял? Не, ну ничего. Картман, я думаю, к тебе кто-то с ножом придет и будет тебя резать. Еще один, что ли? Да, это очередь надо установить. Да, на Йонда 101 было, на Нексуса... 101. 101, и на меня, да, 101, и на стресса. 300 косарей, ёбаный в рот, блядь. Вам большое спасибо, мы не ожидали от вас такой хорошей отдачи. Получилось очень позитивно, весело, надеюсь, вам понравилось. Мы еще, думаю, к этой теме вернемся. Может, в другом формате, может, в таком же формате, но при вашем желании мы можем проводить. Нет, но формат сеток в любом случае должен быть. Нет, я имею в виду, да, то есть, как бы, формат проведения, я имею в виду, там, может, вы там 5 на 5 захотите побахать, может, 2 на 2 побахать, там, и так далее. Да, вариантов нет, много. 1 на 1 тоже хорошо, 5 на 5 тоже хорошо, 2 на 2 не то, конечно, но вот 1-1, 5 на 5 это круто. Но если 1-1, все-таки будет как-то балансное. 5 на 5 там обузов будет побольше, ну, чем. У меня. Да, у нас так получилось, что у нас просто, по сути, сколько? 5 стримеров просто отлетели в первый же день без шанса даже поиграть. Вот. Ну, немножко это мы переделаем. Как бы мы не рассчитывали так, что в одной группе просто возьмут и чувак будет играть. Нет, я не спорю, на это расчета никогда нет, поэтому тут дело такое. Но, тем не менее, турнир был хорош. Так, а видите, ну все равно получилось так, что Арту-то никто на него не ставил. Он... Не, там что-то ставили. Но... Ну, не, ну, да. Давайте так, он вышел на халяву. Да, финал. Вот я об этом вышел на халяву. А там, там уже пошло, но тут уже, тут да, тут уже вообще ноль претензий. Было не зря. Да, да, да. Да, все хорошо получилось. Что такое? В принципе, победитель у нас есть. Тем, кто проебал, нужно всего лишь что? Стараться больше. И думать лучше в выборе героя. Это да. Ну и, блин, Картман реально, походу, страты не палил. Не зря он там на Нави стримит. Чисто отлетал от всех, и потом внезапно всех кончил. И Йонда, и Стрея, и меня. Unexpected врыв такой получился.